С недавних пор в Екатеринбурге, но на территории всей области, в полную силу начал работать Центр мониторинга передвижения транспорта, и с его помощью теперь ежедневно по всей Свердловской области отлавливаются нарушители, пытавшиеся от ответственности как-нибудь уйти или уехать. Объединив несколько баз данных, систему фото-видеофиксации, мобильные приложения, за первые несколько дней работы центра по ходу рейдов сотрудники ГИБДД привлекли более 40 водителей, один из которых в итоге может получить даже уголовное дело. Соответственно, в отношении него были проведены проверочные мероприятия. Оказалось, что транспортное средство действительно не зарегистрировано, имеет большое количество штрафов. Водитель находился в наркотическом опьянении, будучи лишенным права управления. А еще 10 особо выдающихся рулевых оказались носителями около сотни протоколов по итогам работы комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Это превышение скорости, это проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выезды на полосу, предназначенные для встречного движения, опасное поведение которых ранее было не наказано, в настоящее время все водители получили соответствующий административный штраф.